очень такая спокойная девочка. Вроде девочка. Маля. Очень красивая. Я думаю, если не найдутся хозяева старые, то она быстро найдет и новые. Очень маленькая. Масечка, потерпи, потерпи за ее, потерпи чуть-чуть. Все, ты живи? Все, потерпи. Мася, Мася, будь у нас, потерпи, потерпи, зайц, потерпи за тебя. За хорошо. Мася, берем общий анализ и мочевинный креатинин посмотреть, как почки работают, потому что моча темновата. Сколько ей, Сергей Николаевич? Ну, такая чилья по собачке. Потому что зубиков некоторых нет, а остальные зубики чистые, чистили. Ну, да, мы тоже предполагаем, что она убежала, но она за короткое время побывала на путевой, через полчаса уже была на Кубанской набережной. Ну, в стрессе, то есть она бежала, бежала. Сейчас, Масечка. Ты чья-то? Где ж? От кого-то? Как получилось, что ты на улице оказалась, а, малышка? Малышечка. Вот она, видите, встает, но плохо стоит. Да. Заваливается, видите? Который устанавливается на 5 дней. Вот моча уже застойная. Видите, такая темная. Девочка далась без наркоза. Да, малышечка такая страдалица. Вот, у нее, видимо, ей не очень удобно при сломанном тазе принимать положение. И она не может тут приноровиться. Но, слава богу, поставили такой мягкий катетер, который стоит 5 дней. Моча будет отходить, только сливать мочу. Доброе утро, малышка. Доброе утро. Масечка, как ты спала? Хорошо. Туда-туда-туда-туда. Молодец. Молодец. Умница, девочка. Да. Вот так вот. Вот так вот. Скажи, что хочешь, чтобы меня чесали. Маська, сегодня первый раз с утра она завиляла хвостиком, как на меня увидела. Да? Олива? Да?
Кто таблетку себе спил? Кто пил? Thank you.